плакат на лобовом стекле трактора. «Не рубите сук, на котором сидите, дорогие власти». С таким обращением молдавские фермеры выехали на митинг, требуя увеличить субсидии и не повышать НДС. Кроме того, у сельхозпроизводителей проблемы с валютными кредитами. Лей стремительно падает, и стоимость кредита резко растет. Фермеры дали правительству неделю на выполнение их требований, в противном случае пригрозив перекрыть все трассы страны тракторами. Но у нового правительства сейчас другие проблемы. Правоохранительные органы Молдовы всерьез заинтересовались некоторыми фактами биографии нового премьер-министра. Выяснилось, что Кирилл Габурич поступил в ВУЗ, окончив при этом лишь 9 классов сельской школы. Сейчас полиция проверяет эту информацию. Мы изучили его резюме, изъяли документы и продолжаем их проверять. Речь идет о документах об окончании учебных заведений, которые указаны в резюме господина Габурича. На расследование нам нужно время. Расследование инициировал депутат оппозиционной либеральной партии, запросив информацию о дипломе премьера в Министерстве просвещения. Сам Габурич эту ситуацию не комментирует. В официальном сообщении его пресс-служба назвала этот скандал спекуляцией. Возможно, разобравшись со своим дипломом, премьеру удастся вернуться к проблемам фермеров, пока они не перекрыли все дороги в стране. Екатерина Кочкина. Настоящее время.